Снова здравствуйте. Куда-то потерялся мой фотоаппарат, который я все это дело снимал. Снимаю на телефон. Кстати, на Asus Zenfone Max. Заодно сможем понять, насколько хорошо он снимает. Некое количество посылок собралось. Ну, я думаю, надо открывать. Очень интересно, там вообще все хорошо, нет, в этой упаковке. Потому что, видите, да, там почта у нас все это дело радостно помяла. Где же ты открываешься-то, интересно? Значит, ребят, что это у нас такое? Это у нас аккумулятор для iPad. У меня один человек, который любит айфоны. Может быть, он даже и не любит, но он ими, во всяком случае, пользуется. Попросил меня, как бесплатного посредника, найти и заказать ему аккумулятор для iPad. Вот я нашел, я заказал. То есть в нашем случае заявлено 11500 мАч. Насколько все это дело... Видите, тут полный набор для того, чтобы все это дело разобрать, собрать, вынуть. По повреждениям. Ну, повреждений я не вижу. Потому, насколько он хороший, ну, мы сможем это понять после того, как его установим. Предварительно по качеству, ну, по-моему, вполне нормально. По ценнику, ну, не вспомню сейчас вам точно, да, там заказывалось еще для айфона, да, аккумулятор для айфона, все вместе вышло, два аккумулятора вышло на 2000, по-моему, рублей. То есть вот этот стоит, ну, получается, где-то в районе там 1500, наверное. Будем проверять. Может быть, даже сниму видео, как поменять аккумулятор можно. Чехлы Nuken на Asus, да, с функцией Flip Cover. Проходили, видели, интересно, ну, зайдите в соответствующий раздел, посмотрите. Мне чехлы нравятся. Очень хорошо упаковано, кстати. Ну, супруга моя заказывала, будет этими наклейками декорировать в детской. В принципе, качество рисунка, ну, не знаю, мне такие рисунки не особо сильно нравятся. Вот. Может быть, даже и не будем именно эти клеить, да, то есть их было заказано достаточно много. И большой вопрос, сколько у нас... А вот это вот уже вполне интересно. Это, видите, с ростовкой. То есть можно повесить и замерять, насколько растет ваш ребенок. Вот это вот уже гораздо более интересно. Это, наверное, точно наклеим. При всем при этом, ну вот, пузырь некоторый образовался. Хотя упаковка, ну, была очень даже. Мне упаковка вот эта понравилась. Гораздо лучше, чем, да, видите? Насколько понимаю, здесь, наверное, тоже наклейка. Ну, только этой наклейки, наверное, видимо... Зато резиночку... В другое место бы он себе лучше эту резиночку наклеил, а упаковал все это дело с валиком, чтобы это было хорошо и не мялось. Это уже цельная наклейка, то есть ее разбирать нельзя. Вот. Видно вообще повреждения, нет? Я подозреваю, этому продавцу спор открою и, скорее всего, смогу его выиграть. Потому что так упаковывать... Нельзя так упаковывать. Короче, если вот коротко совсем говорить, упаковывать так нельзя. Здесь вот вроде даже и, видите, поролончик положил, а все равно это... Не спасло отца русской демократии.
Да не, как из... Не знаю. Очень сильно помято, а это наклейки. При наклеивании это, видимо, все. Здесь он даже медведь как-то задваивается. Не совсем понимаю, это вообще нормально или нет. Вроде и задумка интересная, но вот упаковка, конечно. Упаковка ужасная. Так. Тардам-тардам-тардам-тардам. А давайте посмотрим, что здесь. У меня этих чехлов уже как у дурака фантика скоро будет. Нилкин. Ну, интересно, зайдите, посмотрите. Есть раздел. Значит, что у нас пришло здесь? Достаточно интересный телефон. А интересен он в первую очередь своей ценой. То есть он имеет достаточно неплохие характеристики, если вы прям, ну, не требуете безумно многого от телефона, да, то здесь очень даже неплохо все это дело выглядит. И при всем при этом это стоит, ну, в районе 4000, насколько помню, рублей это стоит. Единственное, я вот не совсем могу понять. А, вот они подарочки. Подарки положил он сюда. Комплектация хорошая, то есть это адаптер, причем сразу под нашу розетку. Это, ух ты, как-то неправильно я это все дело складывать начал. Это наушники, да, зачастую комплектация обычно идет без наушников. И, собственно говоря, сам вполне неплохой телефон. Цена, ну, очень приятная цена. Но упаковка, конечно. Ребят, ну это же телефон, ну как так можно? Оказывается, можно. Оказывается, берем. Вы знаете, а белый очень даже смотрится. Очень даже такой прям вот. Вполне симпатичный белый Blackview. Серые там подзакончились, да, поэтому мне пришлось заказать оставшиеся два серых, плюс белые, плюс золотые. Очень как-то непонятно они идут, потому что доставка AliExpress любит все это дело отправлять почтой Финляндии. Почта Финляндии — это отвратительная почта, которую я ненавижу, но вот ей уходит. Ну, ждал я эту посылку, скажу сразу, отгрузили быстро, долетело быстро, все хорошо. Давайте посмотрим ее вживую. Вы знаете, вот я смотрю сейчас на телефон и понимаю то, что он абсолютно неправильно отражает цвет этой разгрузки. Цвет разгрузки такой, знаете, зеленый, а он его изображает как серый, что ли. Не знаю, с чем это связано, как это исправить, но цвет она немножко другого. Так, что она из себя у нас представляет? Давайте, наверное, даже замерим, а то я никогда ничего не замеряю. Тут, наконец-то, можно ее подзамерить. 48 у нее приблизительно высота. А, отсюда до сюда. Размер, к сожалению, у продавца всего один. Но зато достаточно неплохая комплектация получается. Хотя... Давайте раскроем поближе. Не знаю, ребят, честно, хорошо или нет, когда сразу три подсумка идут в один ряд. Причем большой вопрос, уместится ли здесь 6, да, по 2 в каждую или нет. Магазинчика. Видите, качество кнопок внутри.
Сейчас вот. Я вот не совсем понимаю, чем они здесь внутри забиты. Скажем так, кнопочки не ахти. Причем при этом не промокайка. Плюс сверху дополнительные моли. Да, сюда липучка. Сюда, по идее, фонарь должен быть. Веревочки. Внутрь можно карту, судя по всему, убрать. Вот так лучше видно, да? Приходится на телефоне все-таки вот наводить резкость. Так, и, собственно говоря, вся приблуда. А здесь у нас липучка. И под липучкой мы начинаем понимать, что есть карман. Еще одна липучка. И здесь, ну, в нашем случае, какой-то поролончик лежит. А при необходимости сюда можно засунуть бронепластины. Да, спереди получается то же самое можно сделать, но при всем при этом бронепластина будет, ну, только вот такая. В бока уже... А, нет, ребят, смотрите, бока тоже. Или не тоже. Что-то я вот не могу разобраться. Предусмотрено ли все это дело в бока. Ну, разберусь, наверное, попозже напишу в описаниях. Либо заходите в группу ВКонтакте. Там, ну, побольше фотографий выложу. Какие-то, может быть, свои мысли добавлю. Не совсем помню, для чего, да, у нас идет вот этот тросик. То ли это для быстрого сброса, то ли для чего-то еще. Не пользовался я до этого разгрузками. В целом, вот нитки какие-то торчат, но они просто вот без дела. Мы их выкинули, да, больше торчащих ниток нет. Размер, к сожалению, только один. Подойдет он на большое тело или нет, я померю, проверим. Это касаемо раз, касаемо два. Но есть некоторые такие вещи, которые вот мне не нравятся. То есть, вот видите, не до конца прошит... молевские системы. Это раз. Касаемо два, ну, размер вот здесь и размер здесь отличается. То есть, ну, можно было это сделать покачественнее. Хотя получится ли утащить взрослого тяжелого человека, не оторвав все это дело? Не знаю. Может быть, и получится. В остальном запах присутствует, да, скажу честно. Но при всем при этом, насколько помню, у продавца есть 7 цветов, и все это дело стоит, ну, в районе там 1600-1700. В принципе, ну, абсолютно не цена. Надо попробовать, насколько это хорошо в деле. Так предварительно мне нравится. За сим видео, думаю, заканчивать надо. Ребят, если вы хотите поспамить в комментариях, ну, не надо это делать, да, это легко удаляется и толку вам никакого не принесет. Тем, кто ворует мое видео, пламенный привет. Это говорит о том, что, ну, видео хорошее, наверное. Хотя, скорее об этом говорит количество подписчиков. То есть, нас уже почти 1500. Это хорошо. Подпишись и ты, будет больше. Не забываем, да, группа ВКонтакте, заходим. Делимся своими отзывами, если что-то купили, да, интересует, ну, давайте помогать, да, хорошо, нехорошо, плохо, там, может быть, понравилось, не понравилось. Смотрим другие отзывы, да, составляем решение, покупать, не покупать. Я пойду все это дело мерить, не знаю, может быть, в отдельном видео, да, в разделе «Милитари», ну, будет более предметно это разобрано. До скорых встреч. Всем всего.